приходится совсем непросто. Измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская пожаловалась на тяжелую семейную жизнь. Меган Маркл сделала публичное заявление, когда они вместе с супругом пришли на премьеру фильма «Король Лев» в Лондоне. Знаменитая чета встретилась на красной дорожке с некоторыми звездами. Среди них был и певец Фаррелл Уильямс, участвовавший в записи саундтрека к картине. Он обратился к Меган Маркл. «Я так рад за ваш счастливый семейный союз. Ваша любовная история выглядит как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас вдохновляете, а мы болеем за вас», — цитирует Фаррелла Daily Mirror. В ответ герцогиня Сассекская посетовала, что столкнулась с трудностями после брака с принцем Гарри. «Знаете, вообще-то нам приходится совсем непросто», — заявила Меган Маркл с улыбкой. Возможно, герцогиня Сассекская просто намекнула на собственную усталость от негативных отзывов на то, как она себя ведет в последнее время. Не секрет, что ее отношения с королевской семьей не идеальны. Кроме того, назойливые папарацци так и норовят выставить Меган Маркл в невыгодном свете. Все это порядком измучило жену принца Гарри. Публикация фотографии из Инстаграма. Напомним, принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая прошлого года, а недавно у них родился первенец. О романе монаршего наследника стало известно в конце 2016 года. Как писали шокирующие новости, королевская чета пытается обозначить границы личной жизни. Герцог и герцогини Сассекские избегают папарацци и не озвучивают свои планы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Помятая, королева сразила мужчин откровенным декольте. В этом нет ничего ужасного. Проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов. Вайкуля об отношениях с Пугачевой. У нас с ней все хорошо. Да мурашек. Редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать. И многое другое.